Матч был до ошибки. Ошибку допустили мы и проиграли игру. На сегодняшний день еще уровень готовности, на мой взгляд, он не стопроцентный. Поэтому в матче были как хорошие отрезки, так и не очень хорошие. Какое-то время больше владела мячом команда ЦСКА, но моментов как таковых практически не было. Какой-то период мы владели мячом, боялись, можно так сказать, рисковать. Моментов было очень мало в игре, ударов было немного. Но все равно это кубковый матч. Я же говорю, игра была догола, никто не хотел рисковать. ЦСКА более удачливо оказалось. Наверное, мне кажется, они в физическом плане чуть-чуть даже получше нас выглядели, потому что они всю тренировочную работу проводили с начала подготовительного этапа. У нас большая группа ребят только приехала буквально там неделю назад на тренировочный лагерь. Вот, ну, наверное, вся и разница. Я думаю, что игроки тоже заслуживают всяческих похвал. Такую погоду, вообще невероятную жару, выдержать 120 минут. Но мне одно, я уже вопрос задаю, наверное, везде, пятый раз. И мне только непонятно, почему «Локомотив» играет через два дня чемпионата. Кто-нибудь хоть может объяснить вообще мне? Может, вам, журналистам, объяснят? Почему «Локомотив» через два дня играет старт чемпионата? Разве такое какая-нибудь было? Вот после такой игры. Это же стрессовая ситуация для организма игроков.